Соцсети провоцируют домыслы и сомнения. Как можно сделать эффективную вакцину за такой короткий срок? Даже признание российского спутника международным научным сообществом скептиков не убеждает. 18 марта. Доктор ответит на все ваши вопросы. Развеем ковидные мифы. В студии врач-инфекционист Анна Любушкина. Программа «Звоните доктору». 18 марта, 18:15 на телеканале «Самара ГИС».